Ты мой маленький, ты мой холёсенький. Леройчик. Ну, маленький такой. Да, да, был один сегодня мой Леройчик. Был один сегодня дома. Я его не закрывала в его комнатке. Да, он так сладенько спал на кресле своем. Да, мой маленький, да. Вот здесь его кресло. Я когда собиралась на работу, он здесь так заснул себе вкусненько на покрывальце. Я думаю, ладно, рискну, не буду его отправлять в его комнату. И, в общем, девочки, вот я сейчас пришла с работы, и что, все в порядке. Умничка, все в порядке, только вот два полотенца стащил, вот, валяется. Он любит, видите, наши тряпки. Играться с тряпками, а вот здесь его место. Я решила, думаю, ладно, пускай спит дитё. Все прекрасно, еда есть, водичка есть, попил немножечко. Мы ему наливаем, видите, в две емкости, потому что он большой пес и так любит воду. И купаться любит, и пить воду любит. В общем, все, молодец, ничего не натворил. Я очень довольна, Леройчик, тобой. Умничка. Что, ты собираешь мусор? Ты мусор мне несешь? Давай, ласточка. Давай, давай, Лили, мусор. Давай, мой хороший мусор. Да, молодец. Молодец. Ты где это взял? Ты ему открыла дверь во двор. Видно, во дворе, да, стащил? Давай, будешь кушать? Давай, Леройчик, будет кушать? Давай, Лиля даст косточку тебе. Давай. И пойдем на травке полежим немножко. Проверим, как у нас растут огурчики, помидорчики. Пойдем сейчас соберем урожай. У нас появилась коровка небольшая, вот такая. Видите, кушает травку. Поедает витаминчики. То есть Леройчиком немножко на травке сижу. И смотрим на огурчики. Сейчас вам покажу, столько огурцов идет. Я в шоке, девочки. Что я буду с ними делать? Кушай, кушай, ласточка. Кушай витамины, да, для желудка хорошо. Собачьего. Давай, давай. Давай, коровка, давай, кушай. Девочки, показываю огурцы. Посмотрите, сколько огурцов. Смотрите, сколько масеньких. И смотрю, все идут девочки. Смотрите, видите, с каждого цветочка идет уже огурчик. Вот попались у меня семена. Одни девочки, посмотрите. Девочка, девочка. Везде, с каждого цветочка огурчик. Я в шоке, девочки. Все, видите, адаптировались. Я волновалась, что не пошли первые, самые первые огурчики, они что-то стали засыхать, желтеть и засыхать. И смотрите, все, пошли, пошли огурцы. Вот, вот уже, надо собирать. Я уже сорвала две штучки вчера, съели, сделали салатик. Смотрите, какой огромный. Уже надо собирать. И помидорки. Помидорки я тоже собрала. Сейчас я вам покажу мой урожай. Вот опять зреет. Помидоры шикарные. И вот там вдалеке тоже, видите. Тоже сейчас надо уже срывать, потому что они трескаются. Вот так. Охранник охраняет огурцы и помидоры. А я лежу, девочки, на травке. Релакс после работы. Слава Богу, уже не запрыгивает в огород. Может, понял, что это не надо делать, потому что мы его постоянно ругали, его и наказывали. Охранник. Давай, помой ножки, Лиля, давай.
Ой, как хорошо. Так люблю солнышко. Это у нас установку сделал. Установку сделал. Направление ветра, сила ветра. Прогноз погоды. Когда будет дождь. С какой силой дождь. Сколько выпадет осадков. Короче, вот такая установка. Оно ему надо. Я вам говорю, тратит деньги. Спонтанное видео, девочки. Как мы с Лероем отдыхаем на траве. Lay down, Лерой. Вот так мы отдыхаем с Леройчиком. Вот смотрите его лапа. Мой релакс после работы. Проведала огурчики, помидорчики. И вот так лежим. Сегодня такое солнышко хорошее. Не жарко, прелесть. Я так люблю солнце. Я очень люблю солнышко. У меня такое впечатление, что я подзаряжаюсь. Вот когда нахожусь на солнце, когда в Одессе ездила на пляж, обязательно на выходные дни я ездила на пляж. На велосипеде, девочки. Не на машине, не в транспорте, а только вот на велосипеде я ездила. Поэтому солнышко – это мое все. Конечно, здесь моря не хватает, и лето очень короткое, и поэтому вот я чувствую, что вот как-то я как-то ограничена в этом. Хочется мне больше солнца, хочется мне или бассейн уже на крайний случай, или же океан, хотя океан я не очень люблю. Море все-таки я больше люблю. Как-то там чувствуешь себя в безопасности. Вот, но приходится смиряться. Ну, я думаю, что мы поживем еще лет 5 здесь и будем, наверное, перемещаться все-таки. Уже, я так думаю, уже не буду держать бизнес. Буду шить, так скажем, в свое удовольствие. Вот, и, может быть, продавать свои изделия через онлайн. В общем, не знаю. Посмотрим. Ну, а сейчас релакс у нас на травке. Да, Леройчик? Начала снимать, а он как начал играть со мной, представляете? Вот его лапа. Лапа. Покажи лапу людям. И сбил камеру. Сбил камеру, представляете? О, стройка. 7 вечером, а они строят, ребята. Ужас. А если дети уже спать легли? И вот так вот в течение дня. То есть ребенка, ну, можно, конечно, понятное дело, уложить, да, закрыть все окна, двери, и не будет проходить этот звук. Ну, а когда человек хочет открыть, да, окошко, чтобы свежий ветерочек зашел в комнату, я так думаю, ребенку будет некомфортно, он будет пробуждаться. Ну, вот так вот строят, где-то строительство идет до 9 вечера, пока не стемнеет полностью. А вот я, да, сейчас сбей камеру. Сейчас сбей камеру опять, и будет все хорошо, Лерой. Видите, как он играет? Столько силы в нем, кошмар. Значит, выхожу, и когда я поливаю цветы, он же не дает поливать, начинает прыгать. Вы же видели, как я его снимала. Так любит воду, без воды просто не может. И я быстро закрываю, пытаюсь закрыть двери. Он раз и свою морду так поставит. Типа, не закрывай, я с тобой. И я его пытаюсь, говорю, уходи назад, дай мне закрыть двери. Stay at home. И пока вот ногой его не высунешь эту морду из-под дверей, да, он не уходит. Где мой маленький? Ну что, мы чуть-чуть отдохнули. Рассказали кое-что вам. И, наверное, идем делать салатик. А вот и наш урожайчик. Ой, богатый урожай. Смотрите, сколько я собрала помидор. 2 огурчика.
И смотрите, видите, помидоры трескаются, значит, их надо уже собирать. Все, они уже созрели, они уже не будут более красными, это бурый помидор. Забыла, девочки, как он называется. Здесь, по-моему, steakhouse tomatoes. Ну, вот так, видите? Теперь нужно только есть их. С большой скоростью нужно употреблять, потому что созревает очень все быстро. И огурцы, и помидоры. Крутить я не буду эти помидорки. Если огурцы пойдут уже большим ростом, я, наверное, все-таки буду закручивать огурчик, а помидоры нет, будем так съедать. Ищет, ищет. Доложим у кость. И куда-то, видно, спрятал. И сейчас ищет эту кость. Лерой, подушки повыкидывал. Картонку разорвал. Ну, где твоя косточка, а? Куда ты ее спрятал? Это уже не первый раз, ребята. Вот, смотрите, вот эти вот двери он собрался менять. Хорошие двери. Я не понимаю, какие претензии у него к этим дверям. Нормальные двери. Ну, немножко Леройчик оборвал эту сетку, вот, которая здесь была, от мух и комаров. Сейчас вам покажу. На одной двери она сохранилась. Вот будет менять мое окно еще. Тоже нормальное окно, только поставить сеточку. И вот в другой спальне, видите? Тоже он будет менять. А вот сетку. Сетка здесь отличная. Леройчик ее не угробил. А на той двери он полностью разорвал. Представляете, сетку. И Дэл снял и выкинул. Джакузи стоит бесхозная, не подключенная, уже год с лишним, а он решил заняться дверями. Не понимаю логику, ребята. Не понимаю. Я так чувствую, что мне надо пошить большой такой чехол. У меня есть ткань, которая водоотталкивающая. И пошить чехол на зиму. Потому что, смотрите, видите, когда снег был большой, насобирался снег, и собаки прыгали на вот эту крышку. И вот что они сделали, видите? Новая джакузи. Они все покрытие уже испорчено. Так что вот такие мои планы. Сделать чехол. Вот как здесь на гриль-машине. Вот такой чехольчик сделать. Ну, показываю вам наши тучи. Тучи могучие. Вот какие-то необычные такие тучи, страшные. Такое было солнышко, прелесть. Такое небо было чистое. Смотрите, за полтора часа, посмотрите, что творится. Как поменялся обзорчик. Ну ладно, сейчас присаду, вам что-то расскажу. Наши новости. Опять радуга у нас. Посмотрите. Опять радуга. Ну что, пока делала ужин, пока поела. В общем, все. Небо заволокло тучами. Ветерочек появился такой прохладненький. И, в общем, мы с Лероем вышли на балкончик еще немножечко отдохнуть после рабочей недели. Да, особенно Леройчик, да, будет отдыхать. Иди ко мне. Кам. Лерой. Кам. Вот мой охранник. Да? Да, мой маленький. Да, мой маленький. Ты скучал за мной? Ты скучал за мной? Малыш мой. Ну все, иди. Все, Леройчик, давай. Давай, ласточка. Все, sit down. Sit. Good boy. В общем, я на хозяйстве сегодня с животными.
Так как Дэл уехал к сестре, ее муж скончался, он долгое время болел, ну, скончался по другим соображениям, не от коронавируса. И Дэл поехал к ней, чтобы помочь, может быть, организовать, поддержать. В общем, вот все в таком плане. Думаю, что там будет 2 дня, а может быть и на все выходные. Вот, так что у меня есть охранник. Конечно, он мне предложил тоже поехать, но я не могла. У меня сегодня рабочий день. Я сегодня отдавала свадебное платье, поэтому ну никак. Не могу подвести людей. Тем более серьезные заказы и нужные заказы, важные заказы. Вот такие новости не очень хорошие. Еще что было на этой неделе. Значит, моя соседка мне... У меня заказала эти масочки. Вот, я один раз сделала ее заказ, принесла к ней домой. И я чувствовала, я видела, что она что-то не очень хорошо себя чувствует. Какой-то кашель у нее был, сопровождал ее. Я ее спросила, говорю, Дебби, ты что, болеешь? Я говорю, что случилось? А до этого мы с ней встречались вот на улице, она гуляла с внуком. Вот, без масок, то есть все нормально. И она мне сказала, что она пару раз уже сдавала тест, вот, потому что ее дочка, значит, беспокоится. Дочь работает, она вот смотрит за ребеночком. То есть было все нормально. И я себе не туда. Один раз ей принесла эти маски. Все, она рассчиталась, все померила, все красивенько, все хорошо подошло. Потом она мне говорит, Лиля, сделай еще пару детских масок для моих внуков. Ну, я сделала. Опять я ей через пару дней отношу. Опять же, я прихожу к ней домой, на ее зону. Все, она мне предложила присесть. Мы с ней еще болтали, наверное, полчаса. И что оказывается? Значит... Прихожу Делу, говорю, что Дебби плохо себя чувствует. Он, как? Ты что? Ты что, ее не спросила, по какому поводу? Что с ней? Она была у врача. Ей делали обследование. Я говорю, не волнуйся, она сдавала несколько раз тесты. Все нормально с ней. Она говорит, что она простудилась. А у нее кашель такой и хрип какой-то был. И в последний раз она мне показала синяки непонятные у нее возникали на теле. Я еще пошутила, говорю, что твой муж тебя немножко это вот приструнивает, бьет тебя. Она говорит, нет, ну понятно, что я пошутила. Ну и что? Ее дочка должна была прийти на примерку платья. Она мне отправляет сообщение, что Лиля, мама в больнице. Ее отправили аж в Миннесоту, в госпиталь. То есть я на примерку не приду. Я ей пишу, а что случилось с мамой? Ответа нет. Вот не было ровно сутки ответа. И Дэл уже переполошился, что все, вот ты к ней пошла, а вот, а может, у нее вот этот вот вирус, и все. И ты принесешь, я заболею, и, короче, кранты будут. Ой, Дэл. Ну, я тоже так немножечко задумалась, призадумалась над этим моментом. Вот, что тесты-то могут показать совершенно другие результаты. Понимаете? Ну, что оказалось. Потом Дэл позвонил ей. И, в общем, плохие новости. У нее рак крови. Представляете? Леройчик. Sit down. Sit. Так что вот так. Видите, что-то нас окружает. Наше окружение. Видите, и человек умер, да, родственник. И соседка не в здравии. В общем, вот так. Вот такие новости, не очень хорошие. Следующий момент, то, что меня поразило, смотрела, значит, на YouTube, блогер выставил видео о том, что они решили с семьей поехать в другой штат и отдохнуть. Я не помню, с какого они штата и в какой штат они перемещались. Дело ж не в этом. У них маленькие дети, 2 детей. И их остановили в аэропорту, представляете, они прошли вот security, да, осмотр прошли, а на передвижение дальше в самолет, на посадку их не пустили,
Представляете, не пустили семью, потому что у них, видите ли, не такие маски. Они, знаете, что сделали? Они взяли маски, одели и наклеили эти лейблы. То есть надписи типа, что они за Трампа. Там Трамп и там что-то написано. Представляете, налепили вот эти значки. То есть получается, что пропускному пункту не понравились наличие вот этих надписей на масках. И они не допустили их к полету. Представляете, какая дискриминация. И здесь тоже, в этом плане, видите, борьба. Вот так, ребята, я была в шоке. Я была в шоке просто. Из-за того, что у вас не такие маски, мы вас не допускаем к полету. Короче, она долго разбиралась. И менеджеры там, в общем, все повыходили, эти руководящие их органы, диспутировали, дебаты устраивали, дети плачут. В общем, к чему они пришли? Значит, администрация принесла им маски новые в упаковке, и чтобы они заменили свои маски на вот эти, которые им выдали. Представляете? А маски-то практически то же самое, вот эти медицинские, только без наклеек. Вот так, ребят. Вот что творится. Чем дальше в лес, тем все страшнее становится. Вот как путешествовать даже по Америке. Везде возникают сложности. Какие-то претензии предъявляют людям. Значит, принесли ей документы и показали, что вот написано, типа, по-английски написано, читайте, маски должны быть двухслойными. Она им показывает маску, которую они имеют, и показывает им, это двухслойная маска. Что им не понравилось? Значит, не понравились эти лейблы, я сказала, и не понравилось то, что маска сделана из прозрачной ткани. Двухслойная, но виден рот, окантовка и нос. Вот так. Поэтому даже не хочется куда-то перемещаться, тратить свои нервы, понимаете? И где-то что-то кому-то не понравится. В некоторых же штатах, городах штрафы введены за то, что люди не носят маски. То в наших странах вводили штрафы, не знаю, как сейчас. Теперь здесь по Америке. Ну, в таких, в крупных городах. У нас нет. У нас на свое усмотрение. Ты хочешь, одеваешь, хоть не хочешь, не одеваешь. Вообще не знаю, к чему мы идем. И к чему мы придем в результате. Не хочется думать о плохом, но все-таки я чувствую, что будут какие-то приняты жесткие меры и ограничения. У нас это неизбежно будет. Вот так, ребятки. У нас тучки собираются. Я чувствую, что будет дождик. Ну, хорошо, польет. Не буду сегодня поливать тогда огород. Польет немножко огородик. Кусты, цветочки. Что он там ищет, бегает? Кто этот парень ищет, бегает? Не знаю, чем сейчас будем заниматься. Завтра у меня выходной. Все, начинается у меня 3 дня выходные. Видите, Дел уехал. Наверное, будет там или 2, или 3 полных дня. То есть опять мы никуда не поедем. Я не говорю о каких-то пересечениях штатов, но я имею в виду даже вот на речку, на рыбалку, вот в таком плане. Я вам показываю свой урожай, ребята, да, все нормально растет. И тут я тоже натыкаюсь на вот эти видео с химтрейлерами по небу, когда полосатят самолеты небо и остаются вот эти следы. Что делать? Это просто кошмар. Я не знаю, как в других странах, но я вижу вот информацию, которую передают нам блогеры с Испании, вот с России. Недавно посмотрела женщина села с России, с Московской области, вот выпустила еще 3 года назад видео о химтрейлерах.
как она показывает, что уничтожается урожай после вот этих пролетов. Показывала свои деревья, которые обожженные, листья, кусты смородины, помидоры, огурцы, ничего не растет. Представляете? Идет какое-то отравление людей, которые живут за городом, чтобы они не выращивали свои продукты питания. Так получается. Чтобы они пользовались теми продуктами, что продаются в супермаркетах. Я наблюдаю здесь за нашим небом. У нас нет этого. Я Делу сказала, говорю: Дел, что вот ты, как ты думаешь, что это такое? Он говорит: значит, в Калифорнии есть тоже вот такие следы остаются на небе, но самолеты обрабатывают специально зеленую зону, предотвратить от пожаров специальными там составами. В общем, он склонен к этому, что это идет обработка просто зелени от пожаров. Но я не знаю, я почему-то вот с этим как-то вот не соглашаюсь. Потому что очень много роликов я уже посмотрела, и люди снимают и жалуются. Жалуются на то, что пропадают все урожаи. Вот мне интересно у вас, где вы живете, в каких странах вы наблюдаете вот такое в небе. Вот напишите, мне будет очень интересно. У нас здесь я не наблюдаю, я не вижу такого. Да. Вот такие новости были у нас на этой неделе. Не очень хорошие. Не очень радуют нас. Но мы будем стараться быть на позитиве. Я желаю вам того же. Несмотря ни на что. Оставаться на позитиве и думать о лучшем. Всем хорошего. До новых видео. Пока. До встречи.